В лучших условиях все 12 пострадавших при крушении самолета Л-410 в Казачинск-Оленском районе будут получать лечение в Иркутске. Сегодня в Иркутскую областную клиническую больницу перевели еще 5 человек. Пострадавшие были доставлены в столицу региона вертолетом медицины катастроф. 4 пациента находятся в стабильном состоянии. Одна пациентка, которой была проведена операция в первые сутки после крушения самолета, по-прежнему в тяжелом состоянии и нуждается в реанимации.